Ну что, девочки? Да и не только девочки, мальчики тоже. Но в основном девочки. Девочки – это женские сути. Женские сути. Женская суть. И я с ней работаю и обучаю этому. Смотрите, я для своего мужчины суть материализующая, то есть земля. А мой муж, он творец, он проявляет это все. И вот эти две силы соединились в одно. И запомните, вот смотрите, Норвегия, я очень хотела сюда попасть. Видите, водопады там, горы. Прям не могу присесть, я буду снимать это все. Единственное, что хочу сказать. Многие женщины, прожившие инквизиции, зажигание на кострах и вообще истребление за то, что раньше считались женщины-ведьмами, каковой являюсь я, в принципе, очень трудно раскрыть свою силу. И эта сила со временем начинает вас контролировать. И еще запомните, когда вы привыкаете контролировать мир, в котором вы живете, который вас окружает, тогда мир начинает контролировать ваше тело и ваши эмоции. И вас сковывает ужас, страх одиночества, тоски и непонятной печали. И пока вы не обуздаете этого зверя в виде своей внутренней силы, вы не научитесь жить без контроля к миру. Отпустите контроль. И кому нужна консультация, я проведу с вами консультацию и раскрою ваши способности. Меня зовут Мария. И записывайтесь на мой сайт, если до вас дошли мои слова. mariamakash.com, стоит в шапке моего профиля. Вот, а мы не будем терять время. Пойдем на природу.